мы убеждены в том, что вот тот материал, на кого составлен, мы того лицо, в отношении этого лица рассматриваем правонарушение, и мы принимаем решение о его выдворении, либо наоборот говорим, что если есть какие-то основания и доводы, когда он приводит международную конвенцию и просит защиты от нашего государства, ну, мы можем применить тогда и международную конвенцию и оставить его на территории государства, если к этому есть основания по конвенции, Римской конвенции 50-го года. Поэтому здесь должна быть проверка всех документов и доказательств, которые представляются. Мы боремся здесь не с мелкими административными правонарушениями. Мы здесь, может быть, закрываем Перану, к сожалению, от потенциальных терактов и террористов. Это тоже надо учитывать. Я считаю, конечно, мы должны здесь конкретные, максимальные конкретные предложения по изменению действующего законодательства, исполнению решений по административным делам в отношении иностранных граждан, то есть понять, что подправить. То есть есть практика и наших коллег за рубежом, есть идеи у ФМС. И, конечно, сама общественность, именно общественная палата должна этим озаботиться.